Вот сегодня 12 июля 2016 года. Первый раз дети пошли на малину. Я сначала съездил, разведал, но недолго собирались. Ровно 2 часа ушло на обед. Но я уже ждал там и под все эти лопухи вырубил, сходил, воды налил в бочку. Ну, пришли, я сказал, я уже перегорел, не пошел. Но все-таки пошел. Вот навстречу идут они. Сейчас вот я их распрошу. Помолимся. Ой, кто бежит-то? Игнатий Тихонович, вам. Ну, спаси, Христос. Ой-ой-ой, да как они пришли. Игнатий Тихонович, когда мы туда ходили на осы, мы увидели там ос. Да. Это... Они это возьми, мне. Да. Возьми это мне. Да вы что? Да. Они тревога. Да. А я забивала уже почти до конца. Ой-ой-ой. Сколько вы набрали? Что они там видели? Они вообще это крепко сбрасывают. Перышко какое. Коршуна. Вот эта березка, мы под ней молились, но это уже не та березка, а дочка ее. Мы сейчас там помолимся. Дело в том, что они там кто-то полез к этому, то ли осы, то ли пчелы, ну и попало им некоторым. Да. Чего полезли, непонятно, к лотку. Ну лезть-то не надо было, значит там помолимся и пойдем. А то я стал беспокоиться, думаю, живые вы или не живые. Направо. Тарас, возьми мой велосипед. Туда также заноси, заводи траву. И на подножку ставь ее. А та береза была, мать ее, большая мать. Это лет 40 назад. Вот нет, он пенек, что ли? Ее, вот на этом же месте росла ее мать, эта береза. Она была маленькая сбоку. Я помню, меня мама провожала ночью. Двое пошли, она за меня беспокоилась, а я взял с собой ружье. Ну, Алексей, куда пошел? Была не совсем благоприятная, я с ружьем ходил. Ну и помню, вот отсюда я отвернулся и в темноте в нее выстрелил, в березу. А после, когда возвращался домой, посмотрел, заряд лег прямо на уровне головы. Как вот есть фильм такой, «Внучка президента», видели, нет? Нет. Надо будет посмотреть. Он говорит там про себя, генерал был, вот, ну до того охота стрелять, ну не могу, не могу. Наконец открыл дверь, как дал очередь, тогда лег спать. Утром встал, террорист лежит рядом убитый. Террорист подкрался, он даже не знал. Это означает профессионал. Так, давайте помолимся. 3 поклона. Господи, Алексей, слава тебе. На молитву. Как ты дивно, великий, близок, вопрошающим, прославляющим тебя. Слава тебе. На этом месте ты благословлял нас и в дальние и близкие путешествия. Сколько воспоминаний даешь ты. И у каждого человека есть место, где он склонялся пред тобой чаще всего. Прославлял твое святое имя. Будь милостив нам, посети сирых, одиноких, слепых, парализованных, заключенных, лежащих на операционном столе. Помоги им, Господи, прибуди с ними, порадуй их. Научи нас ценить это драгоценное мирное время. А нападающих на нас от властей просим, защити. Поставь твою святую ограду и благослови их. Нам так хорошо здесь быть. Имя твое святое да будет прославлено в жизни нашей. Прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Да будет благословен Господь. Все, собираемся. Благодарю всех, кто участвовал в молитве. Давайте потихонечку собирайте.
у дяди Вовы все это забрать. Может, велосипед какой-нибудь возьми и поведи его. Оля! Возьми, не урони его. Я возьму. Дядя Володя, может, возьму. Ну, так я. И там бегаешь. Так, Егор, Егор. Да, сколько их размножается в воде, что наполняет все везде. Комарами. Ужас просто. Что, тебя комары грызут? Где? Тебя комары грызут, говорят? Да. Ну, бывает. Да. Песню такую. Набрали ягодок. Хорошо. А малину-то ели? Да. Там очень мало ее было. Но да. По 5 ягод было? Не знаю даже. Было. Было вообще всю? Нет, не всю. Ну вот. Дядя Володя, можно я буду это... Кроме того, когда вы возвращались назад, всегда возвращайтесь по тому же месту. Вот это место меньше всего комаров. Самая сухая дорога и самая близкая. Маша, Соня, отойди. Переговорю, можно я велик покачу? Все, иди, догони, Тарас, догони, догони. Маша, догони. Чего идешь сзади, сэр? Фрося, отстала. Бегом, бегом, догоняй. Оля, догони. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, не буду, у меня хватает. Благодарю. Петро, где у него ягоды? Вы начались. Какая дорога? Здесь был телятник нашей мамы. Похоже. И мы ходили, тут играли. И львов много, осиники. А березки эти были тоненькие, как те вон там. А там, смотри, как они возмужали. Настоящие березы. Так, не ходи, по грязи туда, обойди. Обойди, обойди грязь, обойди грязь. Знаете, это как называется? Да. Кровохлебка. О, кровохлебка. А? Точно, кровохлебка, я думала. Ты знаешь ее, да? Да, вот забыла маленько. Она кровь останавливает, говорят. Внутренняя. Какая дорога? Я вот был здесь 25-го, наверное, июня. Дай, у них получилось плохие семена. Ну и такая реденькая была гречиха. Терентий пересевал, купили семена. Смотри, какая густая, руку не просунешь. Да. Как вот эта трава спарыш. Мурава, конотопка. А это селосная яма. В них опускали лошадь, там как-то загоняли сбоку, вот так вот, здесь остались силос. Трактор туда еще иногда топтал, плотно было, а зимой давали коровам, давать надо помаленьку, для вкуса. На,
Кто будет давать меры? Давали больше, и коровы стали абортировать. Рожать мертвых телят, и телята как намыленные. То есть он силос нужен. Ну, в меру. А из чего силос? Кукуруза. Недозрелые кукурузные поля. Вот он, комбайн ее рубит. Ну, она просто летит, как шелуха вся она, перерабатывается. И ее возят, возят и сваливают. Уже машины были, все. Велосипед упал. Ой, гляньте. Игнатий Ихлыч, знаете растения? Это идейная идея. Дай-ка вот это вот. Ребятишки, когда не слушаются, дорога идем. Я этой идеей показываю. Вот вам идейное воспитание. Она хорошая такая. Что-то там авария. Вон деревня, скажи, вон тот первый дом, батюшка. Покажи, матушка, там батюшка. Вот. Здесь вот были Калашниковы, моя голубятня главная. Это Павел уехал. А видишь, куда перенесли этот столб-то непонятно. Еще ж так далеко это его занесло. Не знаю, куда поставить. Ничего на нем не видно. Турист запрещается. Надо рядом ставить с дорогой, а его куда упёрли. Я даже не видал этого. То есть там пасынок стоял, видно, и к нему прилепили. Ну да. Вот так. Так, я сейчас проеду. Мне надо увидеть. Романа. Так.